К слову, в Приморье уже успешно реализуют программу арендного жилья, о которой говорил президент в своем послании. Дома возводят в разных городах и районах. Получить квартиру по цене гораздо ниже рыночной могут сотрудники социально значимых учреждений, в том числе работники оборонно-промышленного комплекса. Президент высказался о строительстве арендного жилья возле предприятия военно-промышленного комплекса, заранее предполагая необходимый приток специалистов для увеличения объема госзаказа по оборонному комплексу. Мы уже такое жилье предусмотрели. Такое жилье в этом году начнет строиться в городе Арсеньеве. Более того, мы по такому жилью сейчас уже, наверное, в конце февраля проведем уже распределение для военно-промышленного комплекса в Находке и предоставим такие квартиры, а также посмотрим по такому жилью в Владивостоке. Поэтому будем работать в рамках этого, и у нас эта работа уже налажена.